Сегодня 15 мая, яровая пшеница сорта одета, прямой посев, в прошлом году здесь была соя. Сегодня в этом году яровая пшеница. Местами есть пожневные остатки. И достаточно много их. Сеялка Great Plains. Норма в пределах 170 килограмм на гектар. Из-за пожневных как бы остатков еще пожневные остатки с позапрошлого года от озимой пшеницы немножко страдает яровая пшеница, но здесь уже внесли аммиачную селитру, поэтому в целом должно все зашевелиться, зазеленеть, забушевать. Участок, где получается, можно сказать так, что диски, видать, передние, которые прорезают колтеры, затормозили, они стянули подушку пожневных остатков, и вот здесь получилось такое черная такая полоса. Но в этом месте, конечно, яровая пшеница кажется позеленее, хотя я вижу, что на этих участках есть как бы недостаток в азотном питании. Сейчас температура где-то 24-25 градусов, хотя и ветер такой прохладный достаточно, но солнце нагревает почву, плюс ветер есть, идет интенсивное испарение, яровые, они, конечно же, страдают. Эти яровые, они были посеяны уже достаточно, как бы сказать, относительно поздно. Даже то, что они быстро взошли благодаря теплой почве, это им не сильно на данный момент помогает, потому что почва, она сковывается, теряет влагу быстро,
И, естественно, может быть, пожневные остатки, которые есть на поверхности, они как-то ситуацию улучшают, но не кардинально. Потому что яровой пшенице нужно время, чтобы раскуститься, развить вегетативную массу и закрыть междурядье в посеве, чтобы как-то уже начать контролировать испарение.